Судья вытаскивает решение того, чтобы вести уголовное дело, а приходит мой адвокат в Печерский суд, говорит, почему вы не отправили документ. Говорят, бумаги этот потерялись. Потом, после того, как кипиш поднимает, они предоставляют эту бумагу, говорят, что у нас в Украине нет бюджета, нет денег отправить одно письмо. Да нету, нет проблем, я отправлю за свой счет.